Вот этот вообще тоже прикольный какой-то костюм. Да, вот. О, красиво, когда. Ой, да. Смотри, какая прелесть. Этот, как будто ты там каждый день ходишь, да? Какой-то этот костюм. Ян, как он называется? Ольги и Елизавет. Красивые. Да, у нас такие было зернохранилище. У меня вот у кумы здесь коренные жители, они Львова. Ну, действительно, в советское время здесь зерно хранили в этом вот костюме. Вот этот костёл и Светлого Юра, какая, это да? Вообще да. Рядом с нами. Ля, замок целый, дворец прямо. Дворец целый. Там полностью стерильно, сейчас новая, не такая, ну, как была. Потому что нам было всё разобрать. Короче, есть смысл зачем-то. Сейчас в церквях хранили зерно. Девчонки, мы же задержимся ещё. Да. Иди менять билеты. А нас не получится, потому что там двое сидит по этим почётным дням. На двое. На двое. Последний до конца. Николаевна вернется как раз. Деньги ежедневно разные, Говорили, Львов ходят ежедневно. Сподобался ли, нет? Да. Так, дуже.